Два выступления коллективов и сумерки сменяются темнотой. Такова осень, когда с особенностями природы приходит опасность быть незамеченным на дороге. Количество ДТП такого характера в этот период возрастает. Представители администрации, ГИБДД и местные активисты борются с печальной статистикой разными методами. Среди них акция «Засветись». Я благодарю вас за участие в этой социально значимой акции, которая призывает жителей нашего города к тому, что надо быть внимательнее на дорогах, внимательнее друг к другу, как пешеходам, так и водителям. Наше предложение поучаствовать в данном мероприятии, чтобы обратить действительно внимание общественности на столь серьезную проблему. Большое всем спасибо, я надеюсь, что у вас, у всех сегодня все получится, и мы немножко засветим наш город. Спасибо! В темное время суток безопасность пешехода в руках самого пешехода. Главное, что он может сделать, знать правила и стать заметнее для водителей. Помогут ему специальные приспособления, фликеры. Эксперты говорят, чем больше таких предметов на одежде, тем лучше. В черте города обозначить себя световозвращающими элементами нужно на руках, одежде и рюкзаке. Завершающий момент акции – легкоатлетический пробег. Активисты пробежали практически километр по центральным улицам города. А на память участники получили фликеры в подарок.